В программу зимнего лыжного триатлона вошли три дисциплины – кросс, велосипед и роллеры. Эти соревнования проводились в нашем городе под статусом «всероссийские». В Нижнекамск съехалось около 30 спортсменов из Можги, Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. И для лыжников это отличная возможность подтянуть свою форму к предстоящему сезону. Это как идет как план подготовка к зимнему сезону и популяризации данного вида спорта. В целях этого проводим. Летом мы еще проводим такой триатлон летний с плаванием. Ну, вот решили такой провести еще добавок. Набор дисциплин является традиционным. Участникам необходимо было пробежать кросс 2 километра, затем сесть на велосипеды и преодолеть дистанцию в 12 километров. Завершали триатлон спортсмены 6 кругами на лыжероллерах. Стоит отметить, что у женщин 2 последних этапа были в 2 раза короче. С кроссом все справились без исключения. Лидеров определили заезды на велосипедах. Трасса была не только сложной, но и коварной. Лыжероллерные заезды стали лишь формальностью в определении победителей, так как фавориты финишировали с комфортным отрывом. Эмоции превосходные, только положительные, потому что дошли до финиша. В таких соревнованиях участвую первый раз. Просто хотелось проверить, смогу ли я это сделать. Велосипедная трасса хорошая. Подъемы хорошие. Очень тяжело. Второй подъем особенно, который по песку. Если был бы дождик, было бы очень тяжело. А так, в принципе, хорошая организация, прекрасная. Малое количество участников никого не расстроило. Главное, что соревнования прошли на достойном уровне и при хорошей организации. В планах придать этим состязаниям статус традиционных.